Дорогие друзья, всем добрый день, всем добра, удачи. С вами Надежда. Конец марта 24 года, набережная Уюкипсизапсе. Вот ту часть, которая слева, я вам показывала у Малышева. Там даже уже есть освещение. Остальную часть покажу сегодня. Она до самого моста протянулась, эта набережная. Уже везде стоят скамейки, но освещения еще нет, и посадки деревьев еще не наблюдается. В этой части река, смотрите, какая полноводная после дождей. Бирюзовая, стремящаяся в море. Шумящая, шуршащая, манящая. До краев в этой части река, до краев. С вами была Надежда.